Добрый день! Итак, мы начали наш урок. Задание у нас называется «Монотипия». Мы взяли на палитру разные цвета, которые понравились. Взяли губку для посуды шершавой стороной. Будем отпечатывать и проводить разные отпечатки. И вот то, что здесь получится, то есть уже на фантазию, когда высохнет, мы посмотрим, что же у нас получилось. Может быть, из этих отпечатков получится у нас птицы, может быть, цветы, может быть, у кого-то получится пейзаж. И каждый уже будет дорисовывать все, что видит. Тут уже что-то похожее на воздушные шарики, например, да, Ирина? Что-то такое цветное, красиво. Вот у Насти тут что-то проявляется уже. Может, это деревья будут. Так, что-то тут у Софии. Прям взрыв эмоций такой. Что же там такое будет у нас потом? Даши целый космос. Итак, второй этап нашей работы. Вот здесь Настя у себя увидела небо, отражается солнышко, озеро. Потом на берегу у нас растут кустики, деревья. И вот здесь травка красивая. Вот она дорисовывает то, что она уже увидела в своих отпечатках. Софи увидела у себя красивую девушку в платье. Вот она карандашом все выводит. И дальше уже будет также более четко раскрашивать, показывать, что она увидела в своих пятнышках. У Даши уже появляются планеты. Так, дальше что? У Ирины у нас здесь тоже космос. Пока она выводит все карандашом. Ульяна здесь увидела веселого такого персонажа. Мы потом ему имя придумаем. Тут у него глазки, рожки, носик. Вот она начинает его раскрашивать. Елисей, да, мы его назовем? Хорошо. Так, Саша здесь увидел. Расскажи, что ты тут увидел в своих отпечатках. Дерево, тут цветочки, полянка тут. Травка, да, получилась? И дерево. Может быть, вот это ствол дерева. Да, вот здесь идет прям такой да, ствол. А вот еще. Да. Так, у Лены здесь поле одуванчиков. Да? Сейчас будут одуванчики здесь дорисовывать. Так, у Евы здесь будут мухоморы. Так, нарисовала, можно уже раскрашивать.